Sony Ericsson W810. Замена акустического блока. Для начала телефон необходимо разобрать. Последовательность разборки подробно описана в ролике «Разбор Sony Ericsson W810». Акустический блок состоит из динамика на разговор, спикера и полифонического динамика. Динамики выходят из строя или работают некорректно, чаще всего из-за повреждений мембраны мусором, которые попадают через выходное отверстие динамиков. Металлической лопаткой акустический блок поддевается с обеих сторон и аккуратно вынимается из корпуса. Обратите внимание, что с одной стороны блок приклеен на двухсторонний скотч. Новый акустический блок пальцами устанавливаем в предназначенную для него нишу. Все, акустический блок заменен.